Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Walking Dead Mission. Сегодня начнем эпизод второй. В прошлой части на пароме мы встретили Сэм с Грегом. Видимо, брат с сестрой, которые решили собрать ресурсы с этого корабля. Но, как я понял, он принадлежал другому брату с сестрой, у которых свое селение на воде. Ну и, собственно, нас всех забрали на допрос, а один из поселенцев застрелил брата Сэм. Что в итоге, не знаю. Давайте посмотрим. В предыдущих сериях все как обычно. А я не дал тебе застрелить себя, да? Сидик, привет. Listen, you hear it, right? Sounds like a woman's voice. Ну, это была Сэм. Это я запомнил. Так, ребята, сели на мель. Hell if I know. I can't see a damn thing. Oh, привет, Латинос. Hold the wheel steady. Greg? Да, where вот the hell are you people? Этого Грега застрелили. Рэндалл и... как ее зовут? Looks Норма? Like you caught our thieves. Nice job. Я не запомнил. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Опять глюки. О, жесть. Я уже и забыл про этот момент. Чампи, the dino? Ты посмотри. Именно то, на что я посмотрел, она обратила внимание. Time to earn your keep. Да, вот этот парень застрелил его. Стоп! Сэм. Ну, я решил подержать его и не дать застрелить Сэм его. Не знаю почему. Ну, такое вот решение. Надеюсь, оно было правильным. Надеюсь, он нас не подставит. Что же дальше, а? Закари, дай тебе. Закари. Закари. Что ты будешь делать, Закари? Ты хочешь нам помочь? Please. Ладно, давай. Попробуем. Okay, I screwed up. Не думай, что она тебе руку даст. Рэндалл должен быть тем, кто лежит там. Да ты что? Я не могу отменить, что я сделал, но, может быть, я могу помочь. Хорошо. Both of you. Please. Помоги нам сбежать. You want to help? Start by getting us the fuck out of here. Not gonna be easy, but I'll do what I can. Is he still breathing? Jonas. А, вы же там эти голубки. I thought you had more time. What do you mean? Oh no. Jonas, listen. I said I'd help them escape. Ничего против вас не имею, но в России это не распространено. Yeah. Okay. Let's find Pete and get the hell off this boat. План хорош. Думаешь, они нас не кинут? Давай попробуем. Thanks, Michonne, for stopping me. As much as I wanted to, for what he did. I'm glad I didn't kill Zachary. Когда ты забираешь чью-то жизнь, это навсегда меняет тебя. Avoid that burden as long as you can. I'll try. Ну, спасибо, что поняла. Блин, жалко парня. Я к нему не успел привыкнуть, но все-таки. Жаль. Так. А вы-то чё шкеритесь? Вы ж свои здесь. По-моему, тихая игра слишком, да? Я ничего не убавлял. Pizza. Ладно, пока так оставлю. And he's got company. Okay. We'll distract the guard, then we're out of here. Okay. Hey, Joe. Can you give me a hand with something?
Отвлекли, блин. Отвлекатели хреновы. Ну да, почему бы не показать жопу на весь экран? Там пить нормально, живой? Закари was useless. These people just aren't talking. Yeah. Problem is, we still know nothing about them. I'll get them to talk. Don't worry. I have to worry. After last time, it won't go down like that. I swear. It can't. А где она? Я не вижу. Вот она. Или это Пит? Наверное, это Пит. Пит, братишка. Давай выбираться отсюда. Опа! А вот это все. Это финито. Я думаю, мы быстро выберемся с мачете. Да ты что, Пит? Мы вместе выберемся. Так, подожди. Опа, автоматы забыл, да? Samantha put you up to this? Where is she? Мне все-таки показалось, что слишком тихо, я немножко добавил. Поэтому вываляйте колонки. Out with it. Мне нужен только Пит. I'm only here for Pete. If you find Sam, you can have her. I'm not letting any of you go. Norma, forget about the girl. We can figure this out between us. I'd like that, Pete. But your friend here seems to have other ideas. Вы подружились, Randall, sound the horn. Sure thing. Drop the machete. I said, drop it. Думаешь, я брошу? Хрен тебе. I said, drop it while you still have... Хуже ты не сделалась, не переживай. Не сделаешь. Ну все, лови его. Прости. Блин, я думал, загасишь. Ну что, деремся? Ничего не сделаешь мне. О, ты решил попробовать мою мачете. Извини, друг, но у тебя силёнок не хватит. Так, дай, блин, козлина. Это тебе за мой нос. Или куда ты там не ударил? Что, справились? Молодцы. God damn it, Michonne. Always taking the hard road. You're still alive, aren't you? For now. Come on. Что, Пит? Ножик свой забрал. Молодец. Так, мы так просто выберемся отсюда? Хрен там. Полево. Надо быстрее хватать лодку. Alarm! We got trouble! Is this an attack? What's happening? Like, where are the kids? А где эти ребята, которые нас спасти должны были? Вниз, 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 вниз. Тихо. Нам надо лодку. We're totally screwed. The whole town is looking for us. Да какой тут город? Маленький это поселение. Мишон? Ты что, женщины требуешь? Действий. Пит. У нас 50 человек. А что делать-то? Что мне это даст? Лодка. Хорошо, лодка. Вон тот тип, вон еще лодка. There's a boat we can use. We'll take them out if we have to. Them or us. No, we are not killing people. Мы, говорит, загасим. I'll give myself up. Pete. It buys you time to escape and no one dies. Пит, хватит хренью заниматься, Пит. I'll find a way back to you. I can reason with these people. That'll never work. We have to Возможно, find a way out. Придется драться. I'd rather not fight these people, but I'm not sure we'll have a choice. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. Мы пока никого не убили. Пит, твою мать. Козлина. Не делай этого. Что ты башкой машешь? Остановить. Что надо? Мы все выберемся оттуда. Что там? Нет.
Да ты же их убьешь, Мишон. Ну, Мишон, ну. Ну, придется, да? Блин, Мишон. Ну, ладно. Я не хотел никого убивать из них. Простите, ребят. Ладно, мы говорили. Придется вас ушатать. Ну, ребята, сами напросились. Держите подарочек. Пока-пока. Питер, видел, да? Они сами меня выстрелили. Так что уговаривать их не получилось бы. Погнали. Давай, Мишоня. Лупи. Ну вы тупые, а? Так долго соображали, что сейчас их взорвется. Куда назад? Я ее не боюсь. У нее ножчик маленький. А у меня мачете. Ну, вроде убил. Опа. Ну, парень, зря. Или что, я не убиваю их? Я не хотел никого убивать, но они сами выстрелили мне в голову. Погнали, ребята, отсюда. Чё, нажимать? Нажимаю. Давай. Все, добрались? А как плыть-то будете? Вас сейчас застрелят. Пит. Чё так далеко? Ты кто? Опять ты. Ты нас на пароме поймала. Кто ж ты такая? Ты не выстрелишь. Напломись, подруга. Вот это весело. Экшон пошел. Воу! Не успел. Опа. Блин, ребята, вы, конечно, простите за поселение, там за убитых людей, но вы сами напросились. Эпизод 2. Что он значит? Give no shelter. Но заставочку пришлось вырезать, чтобы опять не нарушить прав. Ну что, все живы, здоровы? Они бы не послушали, Пит. Не кипятись. О, так вы не одни. Твой отец правда нам поможет? He's the smartest guy I know. He's got a temper, but I can vouch for you. Ну давай попробуем. Что, прибыли? Опа. Что там? Зачем выпустили сигнальную ракету? Мишон? О, Господи. А, решили зомбиков созвать. Молодцы. Хитро. Надо выбираться отсюда, ребята. Либо на пролом. Ясно. Видимо, на пролом. Кто это? Снайпер. Твою мать. Надо валить. Надо срочно валить. Вы чё? На открытой местности против снайпера? Блин. Тихо. Жив-здорово. Да куда ты лезешь-то, дура? Сиди здесь. We can lose them in the woods. А зачем они стреляют по ним? Yeah. It's not like we're just gonna walk through those things. Ну что вы предлагаете? Сидеть и ждать? Just watch. А-а. Свою фишку хочешь попробовать? Опять зомби? А что ты сделаешь, я не знаю.
Да, по руке. Челюсть убила. Сейчас руку оторвешь, да? Не ожидал, Петь? Я сам в шоке. Прикольная фишка, да, ребята? Я удивлен, почему они не смотрят за этими зомби. Странные ребята. Не думал, что это так работает. Когда они в первый раз встретились с Риком, зомби были сзади. Странно, что снайпер не попадает. Мы вроде как стоим. Даже кровью не обмазались, ребята. Привет. Я не понимаю. Они нас... Опа, дети. Все нормально. Все нормально. Успокойся. Нам просто надо идти. Соберись. Ничего. Такое ощущение, как будто они нас прикрывают. Почему они такими послушными стали? Я вот этого не пойму. Ну, двигайся. Ты медленно двигаешься. Вот этот хрень не нападет на нас? Эй, ты, сиди где сидишь. Нормально, мы просто гуляем со своими ручными зомби. Ничего такого не происходит, ребята. Мы просто выгуливаем зомби. Да я сам не верю, Сэм. Охренеть. Сам Рэндалл приехал. Ну все, валим. Ну что, все целы? Интересно, ребята не слышали на лодке? Наши. Так веди, Сэм. Без проблем. Я не думаю, что ты чем-то сможешь напугать или впечатлить. Да нормально. Просто залезть. Мы в детстве часто лазили по таким. Ну, не по таким, конечно, но... Тебе не кажется, как, что она выглядит скверно? Ладно, ладно, я согласен, я говорю, мы лазили по горам маленькие. Мне это даже интересно будет. Ну, покажи, как вы залазили, чтобы не зацепиться за то, что отвалится. Давай, Сэм, ты легкая. Пит, ты самый тяжелый. Воу. Но это как-то небезопасно. Может, хотя бы по одному? Блин, тут острые балки. Что-то это очень небезопасно. Главное держаться крепко. Мне кажется, слева надо. Там попрочнее конструкция. Блин, ну вы хотя ближе туда бы шли. Я имею в виду ближе к горе, если что там. Зацепиться за что-нибудь. Тихо. Ловим. Молодец. Допрыгнула на уступ. А ты как думаешь? Опа, падла. Давай, надо валить, быстрее.
Давай, Мишон, ты же тяжелый атлет. Атлетка. Ты же умеешь карабкаться, лазить. Ну, точнее, ты сильная. Подтянуться-то для тебя не проблема. Так. Давай, сюда. Там балка без опоры. Воу. Кажется, я ошибся. Быстрей. Молодец. Козел. Что, подвел калаш? Блин, куда? Налево. Налево. Ползем. Воу. Нормально все. Иди. Держись, Мишоня. Воу. Все, вали на берег. Залазь быстрее, дура. Быстрее, 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 ребята. Ребята, быстрее. Ребята, бегите, бегите. Пить, держись. Валим. Все, Сэм, мы пока в безопасности. Давай осмотрим тебя быстрее. Куда тебя подстрелили? Держать А и перевязывать. Как? Это очень сложно, когда все по-новому. Что, ты типа перевязала ее? Тихо, держись, Сэм. Все будет в порядке. Все будет хорошо. Им придется обойти, чтобы добраться до нас. Шел пятый день в пути. Да ладно, шучу. За нами друзья идут. Нормально, Сэм. Главное, держись. Мишон, кстати, отлично видит зомби в кустах. Научилась их распознавать. Держи. Он расстроился. They had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. And now Greg is dead. Don't beat yourself up, Sam. We all make mistakes. Move on. Почему она отпустила тебя? Why did she let you go? She took pity on me. I told her my family was starving, and зачем тогда ты украла у нее второй раз? It's like you used up all the pity she's got. This last time, I thought we could just hide this stuff on the ferry. But Greg, he didn't think it was safe. Ладно, переживай. I should've listened. God, I'm dizzy. Сейчас упадет. Пит, не хочешь помочь? A clear path. Окей. Может, я лучше? You're not looking so good. I feel even worse. Нормально. Helps. Надеюсь, тебя там подлатают. I don't want to black out on you. Stay with us, Sam. We're gonna get you home. Keep her focused. Давай поговорим. Какая у тебя семья? Поддержу тебя. So I never win any arguments with him. Адвокат. My brothers James and Alex. They look up to Greg so much. They're gonna be destroyed. Да никто их не убьет. Не переживай. Ну что, Пит? Вообще не парится. Человека поддерживает, еще и руки бегает. Stick close. Вот это вот еще маньячина, Пит.
комиксе я тебя особо-то и не видел. Пару раз его. Перед ярмаркой и все. He said none of us should leave the house. Walkers are trouble. People are worse. Ты давай не это. I didn't listen. Это не твоя вина. It wasn't your fault. What happened to Greg? It's not what he's gonna think. We'll help him understand, sir. Sometimes you can't make good out of bad situations. Не надо, не, все будет нормально. Тихо, тихо, тихо. I don't know. How am I supposed to tell my dad about Greg? Не думай сейчас о плохом. It's gonna ruin him. I don't know if I can. Позволь мне помочь. I'll tell him. Thanks, Michonne. Чтоб ты не думала об этом сейчас. Иначе откинешься от плохих мыслей. Неплохая оградка. Сэм! Сэм! Что случилось? Хреново. Пит, надо ее хватать и бежать. Держи. Держи. Шон, we gotta go. Да без проблем, погнали, Пит. Все, отключилась, Сэм. Давай, Пит. Нам надо валить. Блин, почему Пит не взял ее? Растяжка. Неплохо. Что? Что ты предлагаешь? Что ты кивнул? Я не понял. Ребята, объясните мне. Что? Что? Беги, беги. Я же нажимаю бежать. Один есть. Блин, сколько их тут? Ребята, дом недостаточно защищен. Хотя охранительные стены там. О, кровь капает. Это серьезно. Ты плохо перевязала ее. Ты что, больная что ли? Или больной? Покажи, Сэм. Сэм. Узнала, дура. Если бы она была мертва. Убери. Да ни за что. Maybe you shot her. Or you. Maybe you'll come in here and kill everyone. I can't take that risk. So just put Sam down and leave. Дура ты, ей нужна помощь. The longer you talk, the more blood she loses. Увидела? Что кровь капает? Fine, get her in here. Какая разница, с забором будешь держать на мушке, дура. Башкой дверь открыл, молодец. Давай, Мишон. Отрави ей ногу. Ну или ему руку. Ух ты, неплохой такой особнячок. Ну а на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новое видео. И поддержи лайком. Ну и всем пока.